Все, мальчики собираются куда? Молодцы! Смотри на меня, мой сладкий. Не хочет он идти. Пойдем. Ваня, у тебя зомбачка. Пойдем? Все? Доброе утро. Гляньте, какие желтые птички. Что это за птички, мне интересно. Смотрите, я сейчас еду с садика, и у нас тут по хутору они бегают. Григорий, чего это вы тут делаете? Мы валяемся. Короче, делай нашу базу, восстанавливай. Да. Ой, Марь, вот это не надо. Это у нас база восстанавливается. Хорошо. После вчерашнего разгрома в Афоне. Понятно. Землетрясение, все дела. Я же мыла петрушку, но она такая грязная после дождя, так что мне ее приходится мыть. А мы тут что-то изготавливать пытались. Да? Ну, пока что-то у меня не... ну я сотрел. Это ловушка такая, надо сотреть. Грузик опускать ее как бы на дно, вот эта трубка. А добавим-ка она тяжелая. Там на дно, там мы хлеб положим, когда рыба оттуда заплывет, пока будет есть, мы будем вытягивать. Только быстро надо вытягивать. Надо сотреть. Вот так. Ну, мы возле берега это считаем делать. Ну, конечно. Ну, потому что неудобно сотреть, если на дне. Не, ну, надо крестного попросить, может, попробовать. Или бабушку, когда они освободятся. Укропчик я завязала, и родители морковку сделали. 20 пучков папа накрыл, чтобы дети ее не сожрали. Вот такая вот выросла красотка. Обожаю цвет морковки вообще. 20 пучков. И вот еще отходики, всякая корявая. Так что ее буду чистить и замораживать. Такая вот выросла. Сейчас себе бутерброд, да? С сыром. Пошли кушать. У нас сегодня на обед вчерашний ужин. Молодая картошка. Обед вчерашний ужин. Да. Салат и мойва. В духовке. Соус, хлеб, конфеты, рыба. И компот, да? Так, ну что, уже почти 13:30. У меня сегодня мастер-класс по смузи. Потому что блендер есть, но все ограничивается только лишь молочными коктейлями. И все. И вот сегодня вот я познакомилась с одной очень интересной девушкой. Сегодня буду с ней общаться по скайпу, и потом вам все поподробнее расскажу. Нужно для мастер-класса приготовить блокнотик и ручку, и ингредиенты для смузи. И блендер, естественно. Да-да-дам! Закончился мой мастер-класс. По телефону я подключалась к скайпу. Тут кучу-кучу всего написала. Вот, все начинается отсюда. Что, ну, есть, оказывается, формула смузи, да, как и что применять, какие ингредиенты класть, какие самые выгодные сочетания, чем заменять сахар. В общем, все было интересно. Вот, а еще мы приготовили смузи, ну, то есть это как бы онлайн, да, в прямом эфире, можно сказать, с красной смородиной. У нас уже поспела красная смородина. Вот, сейчас покажу. И использовали замороженный банан. Вот он, этот смузи. Очень интересный и вкусный, кстати, смузи с орешками. И вместо сахара здесь финики. И банан, естественно, тоже сахар дает. Делали. Бабуле да? Понравилось. Ты полтора часа одно дело? Да нет, я не слушала. Все. Очень вкусно, Вер. Так, а у меня тут супчик варится на ужин. С молодой, правда, картошкой. Пошла я выкопала 3 кустика. Не очень, конечно, я в супе люблю, когда молодая картошка, но другой у нас нет. Лук, морковка, как всегда. Бульон куриный вот здесь варились от домашней курочки. Суповой наборчик такой. Так, что еще сюда буду ложить? Лапшу хочу и сырое яйцо, знаете, вот это вот так вот, чтобы оно было паутинкой, раскрутить ложкой и вбить яйцо. В общем, сейчас кладу сюда лапшу. Ну что, добавила сюда лапшу. Сейчас жду, когда
Ай, горячее. Закипит хорошо. И буду добавлять сюда яйцо. Здесь два яйца. Я их предварительно вилочкой вот так вот просто разбила. И буду вливать в суп. И пока бульон закипает, порежу чесночок и порежу еще сейчас зелень. Ну что, суп практически готов. Осталось попробовать его и добавить зелень. Вот тут плавает яйцо такими хлопьями. Мне нравится такой суп, когда с вот таким вот плавающим яйцом. Здорово, по-моему. Сейчас попробую. И в конце уже, когда выключу, добавлю зелень и чесночок. На улице о чем плакать? Мама. Так и плакала, Фоня? Да. Так ты его успокаивал? Нет. Наталья Анатольевна пошла. Она его успокаивала? Да. А что, здесь сломалась? Угу. А кто сломал? Само сломалось, уже старое. А, старое. Все, ломается, конечно. Так, все, мы ужинаем супчиком. Держи, на, вытирайся скорее. Горячий, конечно, мама его только сварила, но мы добавили сметанки, чтобы он быстрее остыл, да? Что? Хлеба? А что? Не надо? Мы тут делаем чеснок. 24. Скажи, как ты его делаешь? 4. 4 сначала, да? Там 3. 2. И 1. 10 штук. Угу, и вот так скотчем, да? Покосила я газон сегодня наконец-то, потому что он уже просился очень-очень. Сережа поднял косилку, и теперь очень красиво. Зелененько все получается. И тут, конечно, тоже пора уже косить. А мне нет, ты иди туда. Мы теперь по разным сторонам. Нет, ты сюда. А я типа, я сейчас самое сильное царство. Я уничтожу. Тыщ! 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 Ты море! Так, поливается газончик. Я вот там вот чуть-чуть посадила цветочки из нашей рассады, что мы с Гришей сажали. И вот еще здесь тоже. Не знаю, что из них будет, но включила поливаться. У нас какой обалденный закат вообще. Гляньте, как лучи солнце красиво. Йоху. Вообще здорово. Как вам? Знаете, я пока сходила за миской, чтобы снять белье, тут закат уже вообще поменялся, стал каким-то бесподобно, даже не знаю какого цвета, розово-синим, розово-голубым, каким-то непонятным. Вообще, в общем, он меняется с каждой секундой. А здесь вот такое вот голубое-голубое какое-то небо, но на камере немного... розового, но голубого тут много. В общем, снимаю белье и иду делать пряники. Покажись. Так, у меня тут пряничное настроение опять. Пряничное тесто. Будет на день медика пряники. Маленькие капсулки. Будут халатики, сердечки большие, сердечки поменьше. Так, вот испеклись прянички. Они теперь остывают. И я пока сделаю глазурь. Как я делаю глазурь? Сейчас я возьму один белок одного яйца, отделю его вот сюда, все сухое.
Приготовила уже миксер, миску, сахарную пудру, пакетик 150 грамм, чайную ложку, чтобы отмерять, пол чайной ложки крахмала картофельного и чайная ложка лимонного сока. Ну вот, у меня здесь лимончик лежит. Вот, и все буду взбивать. Для начала белок сюда сейчас отделю. Желток я выкидываю. Некуда мне девать один желток и хранить его тоже. Так, вот он мой один белок. Сейчас я его начну взбивать понемногу, ну, чтобы он, в общем, разбился, стал такой белой пенкой. Потом уже добавлю все ингредиенты сразу и буду хорошенечко взбивать минут 5, пока белок не окислится от лимонной кислоты и не станет белоснежным. То есть, когда начинаешь взбивать, все такое серая масса, а потом минут через 5 все становится белоснежным. Вот белок уже стал вот такой вот пенкой. Добавляю сюда лимонный сок и сахарную пудру и крахмал. Вот такая вот глазурь получилась. И теперь очень быстренько сейчас я ее накрою. И очень быстренько буду смешивать цвета. Уже написала, какие мне нужны цвета. А какого больше, какого меньше, я уже примерно знаю. Ложки приготовила. Такую вот силиконовую маленькую, очень удобно перемешивать. Большая куда-то потерялась. А стакан для того, чтобы надевать сюда мешки одноразовые. И пиалы, куда я буду раскладывать глазурь и смешивать с красителем. Крашу я, покрасила я уже все, красители сейчас покажу, кто-то меня спрашивал. В общем, красители я покупала в магазине для кондитеров. Комплексная пищевая добавка, краситель пищевой, жидкий голубой. В общем, это жидкие красители, не могу сказать, что они не гелевые, они просто жидкие. В таких тюбиках все цвета, которые там были, я купила. Это зеленый, голубой, желтый и розовый, красного не было. Вот потом еще через интернет я заказывала с Краснодара. Они мне приходили, но мне не было времени ехать. Это черный вот такой color гель. Это вот именно гелевые красители и коричневый тоже такой же. Вот. Так что вот такие вот красители у меня. Приготовила здесь себе место, телефон, потому что все идеи, естественно, из интернета. Противень, куда буду класть сушиться, сюда буду ложить на эту досочку, чтобы расписывать. Вот все, вся глазурь окрашенная. Еще для вот этих вот лекарствочек нужно только шарики выбрать, вот эти вот все звездочки и палочки отложить, из вот этой посыпки выбрать только шарики. В общем, буду сейчас здесь выдумывать. Ну что, вот что у меня получилось. Вот, теперь все это подсохнет, и завтра подарим. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't.